марта 2023 года. Ну что ж, начнем. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. И начинаем. Хочу сказать, что сейчас идет акция. Это минус 18% на все семинары эзотерической школы Кайлас. Акция будет идти до 18 числа, поэтому поторопитесь, сделайте себе подарок, а также тем, кто занимается эзотерикой. Татьяна Заборовская. Андрей Андреевич, добрый вечер, спасибо, человеческое, за ваши вебинары, ответы на вопросы, за ваши советы и добрые слова, за то, что вы весь на протяжении тяжелого года поддерживали нас, простых смертных, делились и продолжаете делиться ценной информацией на своих вебинарах. Процветание добра, новых свершений. Вам верим, что скоро придет на нашу землю, и всем нам скоро станет легче. Спасибо. Сейчас я вообще посмотрю, есть звук. Раз, раз. Сейчас я вообще... О, есть. Владимир Николаевич. Здравствуйте. Приобрел Сангая 3. Подскажите, как часто практиковать для хорошего результата и в какое время лучше? Главное условие для практикования любой эзотерики – это хорошее настроение. Если во время практик вам тяжело и плохо вы себя чувствуете, если плохое настроение, то лучше не начинать практиковать. Поэтому... Лучше один раз в неделю, но с очень хорошим настроением, чем ежедневно с плохим. Ну, в случае, если задаться целью ежедневно практиковать, то год, если практиковать, то будет мега результат, который будет очень заметен. Инна Пархоменко, поздравляю вас, Инна, вы стали спонсором. Татьяна Медяева. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Большое спасибо за ваш труд. Стоит ли мне искать новую работу? У меня произошло полное выгорание. Работаю финансистом, есть ощущение, что мой труд недооценен. А как вы хотели брать чужие деньги, делать для кого-то проекты и не, ну, и думать, что запросто сейчас в это время будут кто-то там вкладывать деньги и так далее? Вообще хочу вам сказать. Где бы человек ни работал, на какой бы работе он ни работал, в случае, если он не ворует, как обычно это происходит у политических деятелей, в случае, если не получается воровать в открытую, забирать и там не нести ни за что ответственность, то обычно работа на кого-то, она рано или поздно надоедает. И человек, хочет он этого или нет, выгорает. Как найти для себя хорошую работу? Для того, чтобы найти для себя хорошую работу, необходимо быть в какой-то работе очень результативным специалистом. Или же обучиться прямо сейчас, когда вы работаете, работа вам не нравится, работайте и обучайтесь новой специальности. Если это связано с финансами, и вы знаете, как инвестировать так, чтобы получалось, подумайте, во что бы вы могли инвестировать, насобирайте эти деньги, инвестируйте свой капитал. Тогда это в дальнейшем сможет вам принести доходы. Мне нравятся финансисты. Когда кто-то говорит, я работаю финансистом, то я обычно представляю, что человек с какой-то корпорацией, где есть очень много денег, там банковский служащий, начинает финансировать какие-либо проекты под проценты. И вот на этом зарабатывает деньги. И, ну и другой вариант, это просто бухгалтер, который называет себя финансистом, который ходит сдавать документы и его жизнь скатывается. Как вообще определиться? Если ваша задача зарабатывать деньги, то тогда обязательно должно вам это принадлежать. Посмотрите, как кто-то делает или как кто-то зарабатывает. Попробуйте начать самостоятельно зарабатывать или начинать свое дело. Для того, чтобы начать, начинайте обучаться. Ну вот как-то так. Сейчас информации, слава богу, хватает. Можно обучаться, можно пробовать, можно... открывать новые направления. Слава богу, сейчас такой мир, что зарабатывать получается даже без особых вложений. Несколько таких важных вопросов. Первый вопрос. Я всегда говорил, что я готов отвечать на неприятные вопросы. Вы, наверное, видели, я давал... предсказание, я его давал в начале прошлого года, это предсказание было связано с тем, что в конце февраля закончится русско-украинская война.
и она не закончилась. Почему? Ну, здесь три пункта. Первый пункт. Она не закончилась, потому что на запрос, когда закончится война, был ответ, а войны не было, потому что одна сторона признает ее как военную операцию, а другая сторона признает ее как войну. Второе. Именно поэтому вопрос был как бы не очень корректно мной задан, потому что для того, чтобы отвечали правильно, ну да, нужно давать более четкие вопросы. Второе. Ну, тем не менее, если так говорить, то ряд предсказаний, которые я сделал, они, в общем-то, они сбылись. Это смерть Владимира, которая произошла в России, это Жириновского, смерть королевы, которая произошла в Англии, то есть сын Баруха, который произошел в Америке. То есть мое предсказание о трех смертях, оно все-таки сбылось. Далее, я говорю о том, что приедет Байден и поздравит нашего Зеленского с победой. Байден приехал, но я-то не знал, что это не победа, а просто он приедет. Я думал со своей стороны, что он приедет для того, чтобы поздравить уже с победой. Поэтому и сказал в конце. Передача «Шторм», тоже мной было сказано, что Украина получит шторм и с помощью этого шторма сможет победить. То есть все до кучи это все свелось. Второй пункт. Когда человек снимает информацию и правильно ее говорит или говорит, то это должно быть необходимо высшим силам. Таким образом, в случае, если высшим силам необходимо, чтобы эта информация была доставлена людям, то эти высшие силы дают такую информацию. В случае, если высшим силам не нужно, чтобы такая информация людям была доступна, они дают такую информацию. Одним словом, я дал то, что мне сказали. Вот и все. А как это воспринимать? Третье, я уже об этом говорил. Представьте себе, сегодня, допустим, два войска, одно с одной стороны, другое с другой стороны, оно разрабатывает тайные планы. Эти тайные планы, которые связаны с тем, что завтра будет наступление. И у них есть человек, который может предсказать такое наступление до там, одного дня. Такой человек, он опасен или нет? Сразу же ставьте тире и говорите, он чрезвычайно опасен. Потому что содержать, извините, 100 тысяч человек, которые работают в разведке, в контрразведке, собирают информацию, летают на дронах и так далее, не нужно. Достаточно взять одного человека, который будет правильно снимать информацию, правильно предсказывать и так далее. Именно поэтому, когда начинается война или когда начинаются войны, существуют определенные люди, которые знают о том, что информацию можно снимать или каким-то образом предсказывать, начинают создавать помехи. То есть эти специальные помехи, они создаются. Это помехи на энергоинформационном плане. Именно поэтому я очень часто говорю, что снять правильную информацию во время ведения войны очень сложно. Тем не менее, это возможно. Ну и последнее. Я еще раз хочу сказать, что Украина победит, как только станет теплее. Мы 100%. Когда начиналось, было холодно, когда закончится, будет жарко. Вот таким образом все и произойдет. Далее. Почему я решил вообще это делать, если я мог этого не делать? Дело в том, что нужно было поддержать. Нужно было поддержать максимально. Дело в том, что тогда было очень много слов о том, что она закончится через неделю, через месяц и так далее. Я был тот человек, который сказал, нужно ждать год. И это развязало многим руки, потому что люди начали думать, как же я буду сидеть, если нас каждый день здесь обстреливают, нужно принимать решение и ехать куда-то. Поэтому люди начали переезжать, и это многим помогло. Поэтому еще один плюс в свою карму я ставлю и говорю, что да, действительно, принять решение легче, когда знаешь, что это надолго. Поэтому и предсказание было сделано вот таким образом на год. Для многих это дало возможности принять быстрое решение, куда-то переехать и так далее. И еще. Есть силы управленческой власти, с которыми я общаюсь, и которые строго-настрого сказали никаких предсказаний по поводу военных действий, войны и дальнейших каких-то моментов или мотивов не делать. Поэтому, сори, друзья, ось так. Далее.
Андрей Андреевич, скажите, одолевают очень тяжелые состояния. Смотрите, я на прошлом вебинаре рассказывал о том, что человек... еще. Я всегда в своей жизни делаю следующее. Если что-то я делаю так, что это вызывает у кого-то смущение, то я обычно прошу прощения. Именно поэтому. В случае, если вас смутило и взбесило или еще что-то, извините, я каюсь. Бывает. Человек предполагает, Бог располагает. Второе. Я не стесняюсь того, что я говорю. Почему? Я знаю, для чего я это делаю. Я знаю, какие цели я преследую и так далее. Поверьте, это не популяристически. Далее. В случае, если это кому-то помогло, пожалуйста, тоже пусть вам помогает. Еще раз хочу сказать, что моя школа и мои ученики пользуются прибежищем и моей школы, собственно, моей энергетикой, что тоже в целом дает свои плоды, и многие мне, многие это десятки и сотни тысяч. Последнее время такие каналы мои, как Инстаграм, YouTube. Вот на YouTube за вчерашний, позавчерашний день пришло, чтобы вы понимали, 14 тысяч сколько-то там жалоб. 14 тысяч жалоб. И YouTube, мой канал, практически, если бы не было у меня возможности коммуникации, если бы там язык не знал, еще что-то, то скорее всего, YouTube-канал бы удалили. Теперь скажите, кому помешал YouTube-канал человека, который не в политике, фактически на этом канале ничего не продает, никакую там полемику и политические новости не издает и так далее. Почему? Это кому-то не нравится. Кому? Это не нравится тем людям, кто использует эзотерику. Ну вот, как-то так. Далее, Андрей Андреевич, скажите, почему не получается обуздать свои негативные эмоции? На прошлом вебинаре я рассказывал о том, что существует некая энергия, которая называется место силы. Помните, я говорил, что место силы это не там, где нравится находиться, а место силы это там, где ты можешь приобрести силу. Что от того, что ты смотришь на тренажер, ты силу приобретаешь? Тире, нет. А если ты сядешь на тренажер и начнешь ехать, то ты приобретешь? Таки да. Тогда как приобретается сила? Сила приобретается путем труда. Какого труда? Либо психического, либо эмоционального, либо физического. Именно поэтому очень часто человек, сталкиваясь с местами силы, начинает думать, что место силы это когда он чувствует радость от того, что он увидел красивые внешние виды или там еще какие-то виды, ему там хорошо, много воздуха. Место силы это не место красоты, место силы, где силу можно приобрести. А силу приобрести, где, находясь в таком месте, чувствуешь сумасшедшую усталость, эмоциональную, психическую, физическую, и говоришь себе, надо взять себя в руки. Надо взять себя в руки. То есть по-другому это звучит так. Есть конь, и он сидит на вас, и вам тяжело. Так вот, вам необходимо коня поставить перед собой, после этого залезть на коня и поехать на этом коне. О чем я говорю сейчас и для чего? Многие люди начинают сталкиваться с тем, что они обижаются, что их кто-то бесит, что они ощущают какие-то принципиально неприятные состояния. Будь то панические атаки, эпизоды, неврозы, беспокойство, страхи, переживания и так далее. И тут такой вопрос, для чего божественная энергия, которая создала человека, чтобы он радовался, дает человеку такие ощущения? Для чего? Чтобы его убить? И ответ звучит так. Такие состояния, такие ощущения человеку даются для того, чтобы человек обрел силу. Каким образом обрел силу? Когда в вашем теле, в вашем сознании, в вашем душе, в вашей душе
появляются состояния, которые вам некомфортны. Ну, приблизительно это так. Бесит вас человек, обижаетесь, прав, не прав. Обычно такое возникает в случае, если у человека есть внутренняя струна или внутренний червь. Я обычно это называю подселением. То есть есть вот эта сила, которая каким-то образом находит струну и начинает, как неудачный балалайщик или виолончелист, создавать звук. Это выглядит так. Обычно это начинается так. Там встал не с той ноги. Ага, не хочет смотреть, не хочет помогать. Ага, хочет меня использовать, хочет у меня забрать. На меня никто не обращает. И у меня заберет, мне там не дали, а тогда сказала. И начинается вот это. И это такой червь, который мучает человека. Это стоит только начать, и он становится безумной музыкой, грохотанием. И человек накручивает себя. Он накручивает себя по любому поводу, но приклеивает туда, что попало. Приклеивает, что попало. И когда он приклеивает, то всем вокруг плохо, потому что этот волчок, который начинает кружиться, он сначала накапливает на себе вот эту всю грязь, а потом и разбрызгивает еще. Так что же делать? На самом деле это все дается для того, чтобы человек мог собрать и обуздать свою психическую энергию. Как это происходит? Вы себя плохо чувствуете, вас разрывает, вы кому-то не доверяете, вы безумно обижаетесь, злитесь на кого-то. Тире, конь сидит на вас. Он настоящий, конь сидит на вас. И вы его тянете. Скажите, вам тяжело? Нереально. Но вы думаете, что вам легче будет, если коня покрасите, начинаете ходить к психологам, психиатрам, кому угодно. Какой бы краской, чем бы вы ни кормили своего коня, вам легче не будет. А если себя кормить, тоже сильнее не станете. Таким образом, а где решение? Друзья мои, сядьте вот так, когда у вас появятся эти эмоции, переживания, страхи и так далее, скажите, это конь, он сидит на мне. Представьте, будто вы ставите это коня перед собой, все эти чувства, и залазите на него, и говорите, а теперь я сижу на нем. Вот говорю вам серьезно. После этого увидите, насколько быстро и насколько ярко это все изменится. Серьезно. Так можно работать с собой. Это называется методами быстрого изменения своего сознания. Это на самом деле все методы, которые являются методами, взятыми из буддизма, из направления, которое называется Кагьюр. О, вот это да. Да, там говорится о том, что человек должен разозлиться на эмоцию, ее сделать органическую форму, ей придать, то есть сделать из нее коня. Ну, коня легче всего. Залезть на него и дальше обрести эту силу. Вы слабые, если вы не на коне. И для чего человеку дают? Вот смотрите, у меня тревожность, мне плохо и так далее. Я сделал коня, сел, теперь ты будешь мне служить. Теперь вместо тревожности есть вспышки решительности, решимости. Теперь я готов бороться, побеждать, бежать, что-то делать. Поняли? Вот так обретается сила. Но если конь не пускает, конечно... Вы же раньше не пробовали оседлать коня. То что нужно сделать? Нужно оседлать себя сначала. А каким образом это делается? Нужно покаяться. Это тоже обряд, который взят из Кагьюра. Необходимо сложить руки и сказать, да, я принимаю, что я был какашкой, там, вредной, еще какой-то. Мне получалось, не получалось. Каюсь. Если не получается, еще и попаститься. А если не получается, еще и поприседать. Многие люди живут по принципу, при котором они, понимая это или не понимая, делают огромное количество ошибок в своей жизни, накапливая плохую карму. Иногда это не огромная ошибка одна, а это миллиард, миллионов, сотни миллионов и сотни тысяч микроошибок. Какие они? Ничего так не засоряет женщину или мужчину, который в недовольном состоянии идет в метрополитене, едет потом на вокзал, потом еще там с людьми сталкивается в автобусе, потом еще где-то. Почему? Там фыркнуло, там толкнуло, там не понравилось, там сказала, там завоняло.
Там еще что-то сделать, там еще что-то. Так человек ежедневно накапливает себе огромное количество недовольств других людей, которые вы перед этими людьми виноваты, вы использовали этих людей каким образом? Воняли на них своими гнилыми зубами и своими подмышками, и не извинялись, люди обижались, толкали их, кричали, громко чавкали, цвыркали зубами. После этого там на кого-то ругались, там дочку обижали, делали лицо, как будто вы чука-барабука, там кислое, ненавистическое, на весь мир обиженное. У вас давление, вы не замечаете, а к лицу можно прилепить кусочек бумаги с нарисованной какашкой, и будет приятнее смотреть на такую картинку, чем на ваше лицо, понимаете? Ну и это все, это долг. Человек таким образом, а вот весы человека, хорошие поступки, которые он совершил, как говорят в буддизме, и плохие поступки, которые совершил. Но плохих поступков так много, что даже один раз, когда вы сказали, там, дочь, ты такая хорошая, она сказала, ой, мама меня любит, недостаточно. И для этого человеку необходимо, а он не может совершать хорошие поступки. Почему? Потому что взрослая уже, потому что уже никто не верит, потому что уже и денег нету, потому что уже и деревья вы сажать не будете, и никто не даст. И нету хороших поступков. А еще если к этому добавить там плохие комментарии, плохие высказывания, вечно плохое настроение, ненависти, там, проявление ненависти, и так далее. Это ж все накапливается. Это все накапливается. Потом человек говорит, да, как там Цой пел, откуда взялась печаль? Ну не печаль, а трындец, откуда он взялся. Он подобрался, и вам кажется, незаметно? Нет, заметно. Он заметно подобрался. Это просто вы думаете, что незаметно. На самом деле он клеился к вам давно. А после этого, как же накопить хорошие поступки? Конечно, как накопить, если вас никто не любит? Вы всех задолбали. Моетесь, не моетесь, от вас пахнет. Изо рта пахнет, денег нет, зубы полечить. И так далее. Вы болеете. Всех замучили тем, что вы там стонете, вредничаете, истерите. Там еще что-то. И после этого человек говорит, да никто может собаку или кошку покормить. Кошка мало. Вам для того, чтобы в 70 лет кого-то покормить, надо войско кошек накормить вискасом. И делать это ежедневно на протяжении 10 лет. 100 лет, наверное. Потому что вы так много испачкали людям жизни, так много создали прецедентов, когда заслуженно, незаслуженно фыркнули, быркнули, чокнули, тёкнули, я не знаю, что там сделали, надулись там, что-то сказали, лучше бы вы дома сидели, карму свою отрабатывали. И что делать? В этом случае поможет только одно. Пост. Пост. Покаяние и каятья, как это? Ну, покаяние, да. То есть человек говорит, каюсь за все, что я поступил, каюсь, и сегодняшнего утра не буду кушать вообще. Пусть это все будет моей расплатой. Вот каюсь за эти поступки. Если вспомните еще за что рассказать, начать хоть по чуть-чуть себя изменять, хоть чуть-чуть делать лицо приятным, хоть чуть-чуть меньше фыркать и так далее. Так по чуть-чуть и жизнь изменится, и здоровье. Почему? Потому что ваш конь, пока сидел на вас, ему было не страшно. Но когда вы рядом поставили и сказали, я залезу, он вас понюхал, посмотрел на вас и говорит, нет, нет, я на это пойти не могу. Не такую страшную наездницу или наездника. Не-не, фу, еще и пьючую. Не-не, я лучше потом зайду, другой день. Вот сейчас вы находитесь на моем канале. А, в YouTube, а в YouTube сейчас там нас уже, ну, 1000 человек, допустим. Почему у вас 1000 человек, а у меня 200 лайков? Что вам сложно нажать на лайк, объясните? Что вам мешает быть благодарным человеку, который сегодня в пятницу
Вместо того, чтобы обнимать свою невероятно красивую жену, сидит и для вас произносит эти слова и делает обучающие эти семинары. Скажите вам, что кто-то раньше рассказывал, что сложно вот туда нажать лайк, вот так вот нажать и нажать подписаться. Не понимаю я, не понимаю. Карму надо зарабатывать, карму. Ирина Александровна, вы говорите, как всегда, очень правильные вещи, такие простые, про которые постоянно забывается. Ведь это так важно. Спасибо, что напоминаете нам. Пожалуйста, стоит ехать в Турцию в ближайшее время к молодому человеку, зовут Сейфо? Нет. Получится отношения? Нет. Не стоит, не стоит. Возвращаться в Украину, возвращаться, чтобы встретить своего будущего мужа, просто возвращаться. Украина ваша страна. Можно уже возвращаться. Можно ли себя стричь? Можно себя стричь, кроме понедельника. Если в понедельник себе стричь, денег не будет. Нужно открывать свой бизнес, продолжать работать на хозяйку. Да. Можно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пожалуйста, в какие дни лучше поститься для того, чтобы избавиться от долгов кармы? Лучше всего поститься правильно. Что значит поститься? Поститься надо делать так. Первое, если во время поста об этом кто-то узнал, пост не считается. Если пост вы приняли и во время поста съели что-то, это неправильно. Пост – это значит человек, живущий на воде. Это в эзотерике так принято. При этом очень правильно в пост страдать, когда начинается отработка кармы. Если вы утром сказали, сегодня я до вечера есть не буду. И в этот момент пришел вечер, вы перед телевизором. И так хочется вам кушать. Время покаяться пришло. Это время, когда нужно раскаиваться. И говорите, хочется кушать, говорите, раскаиваюсь, что делала гадости в своей жизни. Раскаиваюсь, что вредничала. Раскаиваюсь, что там воровала. Раскаиваюсь, что презирала. Раскаиваюсь, что обижалась. Раскаиваюсь. Будете это произносить, и тут же будет не хотеться кушать. Почему? Это значит, у вас принимают то, что вы раскаиваетесь. А если, ой, есть хочу, ну так есть хочу, зачем? Просто потому что пост, ну тогда не поститесь. Потому что во время этого должна быть задача и цель, которую человек должен исполнить. Если ваша цель это раскаяться, если ваша цель это покаяние, то тогда сделайте так, посвятите этому. Не просите, а наоборот. Раскаивайтесь. Потому что, когда человек просит, то он уже несет на себе огромное количество эмоций. Как корабль. И вам надо эти эмоции сбросить. Вот смотрите, там, тот на вас обижался, тот. У вас катер, на нем целая гора мусора. Вы говорите, пусть в моей жизни что-то произойдет, пусть у меня деньги будут. Деньги – это что-то приятное должно произойти. А вам туда эту эмоцию положить уже невозможно. Почему? У вас гора всего. Вам нужно сначала от того освободиться, место освободить. А это происходит за счет того, что человек кается. Я, если положить руку на сердце, сегодня хотел прекратить заниматься эзотерикой. Прямо с сегодняшнего утра встал и думал, что я не хочу больше это делать. Вообще. Мне для жизни этого не нужно делать. Мне для бизнеса этого не нужно делать. Вообще не хотел. Не хотел. Может вообще завязать. Оставаться жить в Британии? Нет, лучше уезжать.
Мне 46, пишет Наталья Филенко. Дети выросли и выехали. Работаю за уходом пожилых людей. Учусь на дальнобойщика в Америке. Подскажите, получится у меня? Да, получится, и будете, очень счастливая будет судьба. Жаль, что вы поздно спохватились. Здравствуйте. Можно ли забеременеть на убывающей луне? Да, можно. Можно. Какая разница, на убывающей или на возрастающей? Смотрите, на возрастающей девочке, на убывающей мальчике. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, як користуватися дерев'яними символами і через який час ви надіють? Дякую. Ставите перед собой деревянный символ, который вы приобрели, я так понимаю, на моем сайте Дуйко Маркет или Кайлас Дуйко Маркет, да? Ставите его на расстоянии не менее вытянутой руки. Смотрите на него просто, засекайте время от 1 минуты до 10. Делайте это ежедневно, желательно в дневное время. Делайте так на протяжении 1-2 месяцев до получения ярко выраженного результата. Символы работают очень эффективно и быстро. Также очень часто я продаю символы, на которых есть надписи или коды, которые соответствуют данному символу. Вот я покажу какие-нибудь символы сейчас. Символ абсолютной реализации человека. На нем изображены гексаграммы в виде чаш. Называется символ символом Сяня, который придумал 9 символов Сяня. Это 9-й. Он называется абсолютная реализация человека во всех направлениях его жизни. Человек, неважно какой стороной ставить, человек его вот так вот ставить и смотрит вот сюда внутрь. На работу быстро устроитесь, жизнь выровняется, замуж выйдете и так далее. Но когда человек смотрит, ему в какой-то момент хочется его как-то повернуть. Среди этих символов есть разные символы. Допустим, вот этот называется чашей материального благополучия. Если его изобразить вот таким образом, и просто на него смотреть, то очень быстро вернете долги и приобретете материальное благополучие. Напротив него находится символ, вот он, который называется «забрать долги». Если нарисовать вот такой символ и смотреть на него, то долги заберете, если вам должны. И так каждый символ здесь что-то определенное обозначает. Вот, целая система вот такая, бадзуль. Я этим символом пользуюсь. Я иногда смотрю в середину, читаю мантру «Там рам хаум, там намах». Если мне хочется, я его как-нибудь поворачиваю. Как попадется, так, так на него и смотрю. Мне он нравится, я работаю лет 5. Смотрю 2-3 минуты, 5 минут. Вот читаю мантру, он у меня в шкафу стоит и смотрю на него. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как правильно выкинуть веник? Все равно, веник это не опасно. Веник символизирует то, что уничтожает грязь. Поэтому выкидывайте веник, никто его пользовать не будет. Желательно, чтобы он не связанный был, а разрезать его. Стоит ли мне ехать в Корею, получится у меня? Не стоит вам ехать в Корею. Валерия, здравствуйте. Получится ли у меня найти работу и стоит ли возвращаться на старую работу секретарем? Стоит возвращаться на старую работу секретарем? Интересные у вас вопросы. Павли, Татьяна.
Подскажите, это я такая глупая, сглазила сама себя, бросила с моста монетку в речку и попросила избавить меня от проблем с деньгами, конечно. В итоге за месяц прибыли в магазине ушла не в ноль, а в глубокий минус. Правильно. Это можно исправить. Вода что делает? Смывает. Поэтому вы обратились в тот момент, когда вода вас услышала, обратились с чувством. Что нужно сделать? Необходимо выкупить обратно. Что любит вода? Вода любит растения, которые в воде живут, рыбок. Возьмите рыбу живую, там одну или несколько, и выпустите эту рыбу в речку, где вы бросали монетку, и скажите: выкупаю свое денежное везение. И говорите: отдай денежное везение, а взамен я тебе отдаю рыбку. И отдайте такую рыбку. Понятно? Да, такое есть. Вообще, у меня был знакомый такой, который ко мне приехал и говорит: Андрей Андреевич, мне посоветовала одна тетя сделать следующее. Взять, у меня неприятности в бизнесе, очень много долгов, но бизнес там плавал, я с него зарабатывал деньги. И сказала мне, а говорит, у меня умер отец, она говорит: вот, попроси отца, подойди тихонечко, вложи ему записочку и напиши, что бы ты хотел, чтобы у тебя в жизни забрал твой отец. И говорит, я написал болезни, какие я хочу, там, безденежье, долги, и в бизнесе, и вложил ему в руку. Вот смотрите, если вложить в руку просьбы к своему близкому, которого вы будете хоронить, то он заберет с собой, смотрите, проблемы со здоровьем, значит, жизнь заберет. Проблемы с деньгами, значит, весь бизнес утонет. Деньги, значит, все утонет. Таким образом, человек получил самую настоящую кладбищенскую порчу. От нее избавиться было очень тяжело. Хорошо, что он встретил меня, потому что за один год он заболел онкологическим заболеванием, туберкулезом, потерял бизнес, у него бизнес этот отпилили, появился долг сумасшедший, и там жена от него ушла, он начал выпивать, и там капец вообще. И после проведения обряда откупа, который называется откуп, все пришло в норму. Жена вернулась после этого, они развелись. Базалиому, которая у него там росла на ухе, на лице, ее вырезали благополучно. Она там не начала развиваться во что-то там страшное, хотя и было онкологическое. Прошел он курс там препарата, не помню какого, доксирубицина. И, в общем-то, жизнь сейчас работает. У него 2 или 3 автобуса, он в Германии занимается грузоперевозкой. Но того бизнеса, который у него был, большого, его уже сейчас нет. Но он говорит, все равно, сейчас большой бизнес был, я зарабатывал меньше, чем сейчас у меня маленький, я больше зарабатываю. Подскажите, стоит ли мне налаживать отношения с мужем? Мы вместе 28 лет. Или у нас прямая дорога на развод? Я в своей жизни никогда не расскажу, никогда не скажу «разводитесь», никогда, особенно если 28 лет люди прожили, никогда. Я сторонник семьи. У меня есть 5 принципов. Принцип верности. Первый принцип. Я верен маме и отцу. Отец, к сожалению, уже покойный. Я верен своей жене. Я верен своей жене. Я верен и буду верен своим детям. Ну, из-за того, что я взял на себя эту ответственность, я верен своим ученикам. И я верен своему учителю, который в свое время меня этому научил. Даже несмотря на то, что ныне он уже покойный человек. И я хочу вам сказать, что для меня принцип веры существенный. Поэтому со временем мужчины и женщины, когда живут, они разочаровываются, там, друг другу не нравятся и так далее. Но не обязательно нужно расходиться. Все равно всегда можно найти один повод для того, чтобы дальше начать существовать, дальше начать жить, дальше начать любить, дальше начать прощать, дальше начать... Ну, человек думает, что очень легко найти потом кого-либо. Вот если 28 лет прожили, смотрите, как это устроено.
Если 7 лет вы прожили, и потом у вас развод, или там мужчина от вас убежал, то из-за того, что вы обижаетесь, 7 лет мужчина жениться хорошо не сможет. Будет с разными телками встречаться, но это не обязательно, что будет счастлив. Однозначно за этих 7 лет, которые он будет там с кем-то волындаться, 100%, ну, наверняка на 100%, каждая из них высосет ему всю кровь. За все годы, что он жил с вами, всю кровь высосет ему вместе с кровью и еще и здоровьем. И только потом, а вот в вашем случае, вот он сейчас от вас уходит, и он 28 лет не найдет никого уже. Сколько ему лет? То есть, уйдя от вас, он уходит в никуда, в полное ж... апу. Ольга Швед, помогите, пожалуйста, как восстановить глотание? Для того, чтобы восстановить глотание, необходимо исследование двух специалистов. Один специалист-психиатр и другой специалист называется гастроэнтеролог. Очень часто проблемы глотания являются проблемой эзофагеального рефлюкса, который объединен с заболеванием, ну, может быть, обсессивного состояния или кандинского клерамбо, то есть когда человек не может, сам себе внушил, что это там нельзя, или там одним словом это психиатрия и энтерология, которые между собой держатся за руку. Андрей Анатольевич, вы хорошо выглядите. Андреич был, это ж Кашпировский Анатольевич. А я Андреич. Я ж Андреич, ну что это такое? Я Андреич. То Кашпировский, он Анатольевич, а я Андреич. Кашпировский так обижается. Чего ты обижаешься, дедушка? Слушай, никаким образом мне вообще не интересен вообще. Я никаким образом не влияю на культ личности. Хуй с Дуйко и хуй с Кашпировский. Кашпировский глыба, гора, а я себе маленький кипарис в траве растущий, никого не трогающий, и мне вообще этого и не нужно, знаете. Будьте добры, невестушка. Беременная. Есть угроза. Как пройдут беременность и роды? А если плохо? Мне сейчас надо говорить вам плохо, Галя. Зачем такие вопросы, скажите? Не ко мне эти вопросы, надо ее в женскую консультацию на сохранение ложить. Серьезно, при чем тут я? Не ко мне вопрос. Маргарита Бондаренко. Здравствуйте, с нетерпением ждем ваших прямых эфиров. Очень интересно, спасибо. Что делать с картинами? Ко мне приходит информация как-то после происходящего, но приходит. Хотела тоже дать свои картины для продажи и помощи ЗСУ. Мне предложите, я люблю живопись, если она талантливая, то я приобрету. Я очень люблю живопись, но мне нравится необычная живопись. Вы, наверное, видите, вот голландские художники. Я люблю живопись, которая очень создает какую-то эмоцию. То есть пусть на ней будет мазня, но эмоциональная, чтобы были, чтобы создавалось какое-то чувство. Есть очень интересное. О, я очень люблю живопись. Я имею ряд любимых художников, конечно. Предложите мне, если живопись интересная. Сева, Сева. Андрей Андреевич, есть ли у меня дар в целительстве? Если да, то какой из ваших курсов вы бы мне порекомендовали? Есть у меня трехдневный семинар целительства. Пройдите с мастер-классом, пройдите семинар целительства, и вы будете самым лучшим эзотериком-целителем в своем регионе. Из всех, которые представлены, будете самым лучшим. Я когда-то, меня пригласили в Полтаву, и человек говорит, выступите на нашем семинаре целителей. Я говорю, с удовольствием, но мы вас поставим первым. Я говорю, ну у меня время не ограничено. Он говорит, не ограничено. Я говорю, после меня уже никто выступать не хочет, не захочет. Он говорит, хорошо. После этого я вышел и 3 часа рассказывал о том, какие я использую принципы в целительстве, каким образом это работает, насколько это там нужно, не нужно, эффективно. И после этого продал там 200 или 300 своих дисков с этим семинаром. После этого человек говорит, Андрей Андреевич,
после вас я уже не захотел выступать, но вы должны мне сейчас заплатить за то, что я зал снял, слушайте. Получается, я людей пригласил, зал снял, а вы выступили, еще и семинары свои продали. Я говорю, ну хорошо, зал я вам оплачу. Ну и купил ему бутылку виски. Слушай, ну, мешает. Что же ему страдать, что ли? И подарил ему диск свой, обучение целительства. Татьяна Янева, я познакомилась с вами на МК-44, когда жизнь моя висела на волоске. С тех пор все потихоньку налаживается. Налаживается, кстати, с буквой после Ж и пишется. А скоро все будет просто замечательно. И 7 месяцев обстрелов тоже благодаря вам пережили за это время. Вы и ваша семья стали для меня близкими и родными. Поэтому без вас ну никак. Да. Да. Говорят, что сейчас в Украине будет очень тяжело экономически пару лет. Действительно ли будет опа или нет с финансами в нашей стране? Нет. В Украине мега расцвет будет. Прямо мега расцвет. Почему? Украину сделают финансово, как Швейцарию. Почему я это говорю? Уже для Украины открыты огромное количество всевозможных платежных систем. Они просто не объявлены. То есть это и переводы денег, это объединение финансовой системы украинской с европейскими. Это настолько упрощает общую задачу. Сейчас есть ряд документов, в этом 100% уверен и вижу это, потому что я и общаюсь, и работаю в этом направлении. Которые договоренности, коммунике о том, что это будет на 100% и так далее. Что будет? Дело в том, что из Украины сделают одно из самых процветающих государств на территории Европы. Посмотрите выступление Шольца, который последний раз сказал буквально следующие слова. Сказал, что мы сделаем из Украины страну, которая будет полностью соответствовать европейскому формату жизни и уровню жизни. В случае, если что-то будет мешать, то мы будем это делать насильно. Понятно? Что это насильно они будут делать? Насильно это коммуникация, устранение воровства, устранение кумовства, новые законы, которые должны будут отвечать людей за то, что они своровали, и их никто не посадил, и так далее. То есть это смена общего направления и устройства страны. Сейчас все очень несложно. Можно воровать много, договориться с откидом или там с откатом, после этого тебя не посадят, делать так ежегодно и стать народным депутатом и так далее, и так далее. Но в европейских странах, если ты украл, то ты уже преступник. Поэтому такое, как сейчас, сейчас, конечно, нет, но вот такое, как проходило, уже не пройдет. Так я и думал в свое время, что Украина, которая имеет символ трезубец, это символ верховной власти Шивы, сможет добиться высоких результатов, и это, скорее всего, произойдет. Поэтому не бойтесь, на самом деле сейчас идет война, но нет голода. И у людей, у многих есть работа, и не очень плохо на самом деле, ну и так далее. Даже доллар снизился в цене. Приобрела семинар 3-дневное целительство. Спасибо. Можно ли при помощи гомеопатии убрать седые волосы? Если честно, я не знаю. Мне для того, чтобы сказать, можно или нельзя, нужно практиковать самостоятельно. Я вот могу сказать, что в случае, если у человека, в случае, если человек начинает очень сильно жевать почему-то, вот твердую пищу какую-то, то есть недоваренную кашу там, или хлеб грубого помола, или мясо такое, чтобы его нужно было жевать. Если человек начинает активно жевать вот такую пищу, то почему-то у него начинают появляться черные волосы. Можно ли за счет гомеопатии? Я сам не пробовал, но гипотетически могу предположить, что да.
Стоит ли мне, как относитесь к сетевому бизнесу, стоит ли мне заниматься? Стоит, да. Я хорошо отношусь к сетевому бизнесу. В случае, если, ну, знаете, сетевой бизнес да сетевому бизнесу рознь. Допустим, есть компании, которые веками, по моему мнению, работают. Такая компания, там, Oriflame, допустим, или там Доктор Нона, и там много людей смогли и заработать. И знаете, чем интересен он, сетевой бизнес? Он интересен тем, что организатор сетевого бизнеса, он не зажуливает деньги и хочет быть благодарным за то, что кто-то продает его товар. Не построил большой торговый центр, а начинает через людей продавать. И благодарность за это дает проценты. В этом, собственно, плохого ничего нет. Любой маркетинг, включая сетевой, ну это, в общем-то, интересно. Другой вариант, что сетевой маркетинг может быть связан либо с каким-то обманным продуктом, там, страховкой, каких-то строящихся домов, которых не существует, или просто сбором денег, построение финансовой пирамиды и так далее. Поэтому, с одной стороны, могу сказать, что если это компания, которая непроверенная, которая может обмануть, но если это компания, которая уже длительное время и которая себя зарекомендовала, и вы знаете это, ну тогда возможно, да. Я в том, что в моей жизни были успехи у людей. Были успехи у людей в компании Тяньши и в компании Хуин Инь китайской в Харькове. Женщина смогла себе приобрести квартиру в центре города и обучить детей и на протяжении 10 лет очень хорошо работать. Ну и смогла заработать деньги. И была неуспешная. Женщина из Винницы, моя подруга, в новой волне компании МММ привлекла там миллионы человек, при этом где-то, ну, наверное, 100 человек очень долгое время охотились за ней, потому что все начали думать, что она всех киданула, забрала деньги и так далее. Ну, если бы она забрала, то сама была бы богатая. А у нее дошло до того, что до момента, пока она вошла в МММ, у нее было много людей и муж директор завода. После того, когда она выходила, то у нее не было уже ни квартиры, ни машины. Они снимали арендованный дом. Дочка болела онкологией, она болела онкологией. И, в общем-то, было все плохо. Леонора Корецкая. Скажите, пройдет ли у меня головная боль навсегда? Нитки ношу, как вы сказали, очень болит давно. Все, что с вами происходит, происходит как развитие заболевания основного. И вам для того, чтобы это заболевание основное лечить, необходимо проходить стабильную терапию, Леонора. Ответьте мне, вы сейчас эту терапию получаете или нет? Потому что то, что вы говорите, это одна из фаз данного заболевания, которым вы болеете. Принимайте препараты, значит, сосудорасширяющие, потому что это все происходит на фоне очень сильного сужения сосудов. Сосудорасширяющие препараты – это, ну, кавентон можно хорошо к неврологу еще обратиться, к сосудистому можно, к кардиологу. Любовь, здравствуйте, я с Норвегии, хочу вернуться в Украину, но с работы я там ушла, теперь переживаю, смогу ли я там найти работу. Сможете найти работу? Вам здесь легче, вы здесь язык знаете, а там вы ни языка не знаете, ни работать нигде не умеете. Зачем вы там? Зачем? А здесь у вас подруги, друзья. Как найти работу, как в жизни вообще состояться? Я всегда говорил эти слова. Всегда имейте большое количество друзей. Почему в сетевом бизнесе все срабатывает? Сетевой бизнес устроен для коммуникаторов. То есть, если человек запросто вступает с кем-то в коммуникацию, то есть у него появляется связь, он общается с кем-то, у него много друзей, то он может себя развить в любой области. Вообще коммуникация очень важна. Знакомьтесь, дружите, общайтесь, объединяйтесь, чай пейте там. Сейчас вот для коммуникации существуют еще социальные сети. Лена Рудченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, есть коробочка, где собирали мелочь? Прошел год и больше, но
не собрали целевую, как правильно с ней поступить. Данную коробочку, в случае, если ваша задача решена, необходимо взять эти монетки и сложить их в большую вазу бумпа и завязать чем-нибудь и поставить в спальню. И сказать, это ваза, которая будет приносить нам счастье. Вот, допустим, коробочку собирали с задачей купить квартиру или купить дом. Дом купили, а в коробочке мелочь. Собрали эту коробочку, всю мелочь сложили в большую вазу такую с крышкой. Такие продаются китайские. И красивой материей обмотали со всех сторон. Можете в шкаф положить, если красиво, на шкаф. Это будет своего рода оберег от всех неприятностей. Вы вот таким образом откупились. Ирина Иванько, вы обещали, что война закончится в феврале. А, да, я обещал. Посмотрите начало данного семинара. Я объяснил, почему я обещал и рассказал, как это все изменить и так далее. Если бы я ее мог закончить, я бы вот так ее закончил. Если кто может закончить? Может закончить ее Путин. Если Путин прямо сегодня скажет «нет войне», то все войска выйдут с территории Украины, война закончится. Если Зеленский скажет «нет войне», то зайдет на территорию Украины Россия, и слово «Украина» больше никогда не будет. Как и украинский язык, как и украинец. То есть нас всех кокнут. Меня первого. У меня там как копнуть и цыгане, и евреи. Слушай, ужас какой-то. Украинцы меняли фамилии. Всегда были неугодные. Мне не место. Меня первое. Еще эзотерик. Конец мне вообще. Конец. Без шансов. Еще и фамилия на букву О заканчивается. Как быть, собирали монеты? Ну и что? Какая разница? Вышли из обихода. Что делать с ними? Оставать? Если просто собирали, отдайте в банк. Если собирали с задачей, то оставьте их. Много лет пытаюсь похудеть, не получается. Подскажите, что делать? Каждый день произносите перед едой такие слова. Говорите, еда – это не важно. То, что я поем, это не важно. Дальше, когда едите, откладывайте, говорите, это не важно. Второе. Есть эзотерический метод для того, чтобы похудеть. Первый метод, когда едите, представляете, будто у вас в животе большой котел, в котором варится золото и кипит. И второй вариант, когда едите еду, то смотря на эту еду, видите в этой еде или представляете, будто это еда небо. Небо. Таким образом похудеть. Когда в нашей семье все будет хорошо. Проблемы с квартирой были у супруга, теперь произошло у нас ДТП. Как дальше жить? Больше позитива. Я сегодня даже выложил анекдот такой еврейский. У меня все плохо, что делать? Раввин отвечает. А вы радуетесь? Он говорит, как же радоваться, денег нет. Он говорит, ну на что вы только не должны пойти люди для того, чтобы деньги появились. Поэтому есть деньги, нет денег, радуйтесь. Радуйтесь, наслаждайтесь, ощущайте счастье. Пройдите мою первую ступень. Она и до сих пор в бесплатном доступе находится в YouTube-канале Андрей Дуйко. Первая ступень эзотерической школы Кайлас, как гора. И если вы хотите, можете пройти, там я об этом рассказываю. Почему деньги исчезают, почему неприятности появляются, как появляется ДТП, как отдать деньги, как убрать неприятности, как сделать, чтобы мужу везло. Какие есть в этом всем взаимосвязь, с чем она связана, почему происходит и так далее. Все это в комплексе очень изменяет судьбу человеку. Я вообще хочу сказать, что знание философии жизни и знание эзотерики жизни, а эзотерика это то, что не на показ делается, во многом очень может изменить судьбу человеку. Как правило, именно это и происходит. Но ей не хотят просто так делиться люди. Почему? Дело в том, что люди хотят быть корыстными, как сказал Достоевский. Он сказал, что в глубине любой добродетели и альтруизма все равно находится жажда наживы. И поэтому
Никто не хочет выкладывать. Почему я выложил в свое время? Дело в том, что для меня это был откуп от моих болезней. То есть я болел очень долго, болел тяжело, за плечами заболевания и так далее. И для меня это было откупом. Я в своей жизни смог заработать достаточно рано. И деньги, и возможности. Трудолюбивый человек с нереально большими массивами памяти, начитанный, образованный, имею хороший потенциал, знаете, я могу быть дисциплинированным и так далее. То есть у меня хорошие качества, задатки, я обучаюсь быстро, я коммуникабельный, людей не боюсь, там, с женщинами я коммуницирую, потому что у меня 5 сестер было в моей жизни, то есть я не испуган перед женщинами, перед мужчинами не испуган, потому что в детстве спортом занимался, компанейский, потому что я там на баяне, на трубе играю, могу спеть и станцевать, у меня никогда этих комплексов не было. И это дало мне возможность рано заработать деньги. Но вот когда пришли болячки, знаете, то что бы я ни делал, ничего не получалось у меня. Ну и вот я решил, что надо чем-то рассчитаться. Ну и вот решил, что я буду периодически делать хоть что-то для людей. Надо же делать хоть что-то для людей. Поэтому продавал ступени, а потом отдал бесплатно. Да, Дотя, иди сюда. Иди со всеми поздороваемся. Иди, иди ко мне. Папа, знаешь, я думаю, там только была кофта друга. Эта кофта вообще не отражалась на теле. Но она отражается уже или нет? Ну, не отражается, но это просто съела кофта на все. Эх ты, ну потом дашь, мы поменяем его. Да. Подписчики еще. Иди, я тебя покажу. Иди ко мне. Давай, передадим привет все вместе, скажем. Передаю вам привет. Привет. Все, пожелаем счастья. А ты смотришь себя. Все, раз это беги. Можешь подписаться на себя. А, ну ладно, не будем. Хотя на Лунге у меня кооператив 1000 гаражей планируете. Мне 63 года, принесет мне новая работа косметолога. Да. Чи потрібно використовувати ваш ЧПУ, ставити захист виконуючого практику з духами з второго новленого ступеню. Дякую вам. Да. Желательно пурба, чтобы была. Первое время человек может ощущать эти состояния, когда на человека влияет. Но помните, я говорил в самом начале, что если человек начинает на себя, не носите на себе коня, то о чем я говорил в самом начале, найдите коня и сядьте на него. Все ваши ощущения, там, плохо, почувствовал и так далее, обуздайте, садитесь и едьте. Это даст вам силу, в этом и есть сила. Купим с мужем в этом году себе квартиру. К сожалению, в этом году нет. Стоит искать новую работу. У меня выгорание произошло. Почему-то показывают, не стоит. Только вы не слышите, я вам уже второй раз. Ну, вы пишете 100 раз за минуту, я понял. Вас надо заблокировать. Здрасте, подскажите, что вызывает у меня сильную пигментацию у меня на лице? Какие ваши препараты принимать? Принимайте препарат битулин, а также мазь битулиновая. Это уберет у вас пигментацию. Ваша пигментация – это у вас старение, истеатоз печени и лизоцин. Лизоцин – 1 таблетка 2 раза в день, битулин – 2 таблетки 2 раза в день и лицо 1 раз битулиновой мазью. Это отбелит ваши темные пятна. Сильный зуд на руках, думала, аллергия. У меня есть мазь, она называется Родопи. Вообще это космос. Там где какое шелушение, где какая пигментация, витилиго, темные пятна и так далее. Неделю мажешь и все проходит. Какое-то чудо, ну прям космос какой-то, чудо какое-то. Спасибо этому деду Назару, который мне в Болгарии дал рецепт.
Вот так. Ну, видишь, видите, мазь работает. О. Золо бичку мне дал из города Мартино в Болгарии. Понятно. Данный рецепт. Сказал, рецепт потрясающий, тебе понравится, сможешь людям продавать. Вот я его сделал. Такой вонючий, такая, ох, прямо ох, вонючая мазь. Но какая она эффективная. Женщина сказала одна, Андрей Андреевич, у меня 36 лет, я болею псориазом на голове. Начала мазать, за неделю все сошло. Это что? Это правильная мазь. А я думаю, что это как надо дальше. Ну, мажь. Дальше. Принимайте бетулиновую кислоту, мажьте этой мазью. Но есть люди, у которых витилиго начинает темнеть, уже не такое белое, ну и так далее. Чудеса. У меня болит в правом боку внизу. Подскажите, какой орган это может болеть? 3 года периодически болит. Это может тонкая кишка болеть. Также это может болеть тонкая кишка. Также это может болеть правый яичник. Также это может болеть аппендикс. Гастроэнтеролог. Какой код или заклинание для меня? Почему вы решили, что я сегодня пришел и общаюсь с вами, для того, чтобы вам давать коды и заклинания? Скажите. Если ответ дадите мне, то я вам дам коды и заклинания для вас. Победит Россия однозначно, Украины не будет. Нет, нет. Дело в том, что победит Украина, а то, что будет с Россией, мне все равно. Вообще. Ты скажи, чи варто мне играть в лотерею? Нет, не варто, не играйте никогда в лотерею. Если у меня дар ясновидения, если да, как его развить? Переходите на мой сайт duiko.guru. Там сейчас 18% скидка на все семинары. Покупайте ясновидение первая часть, ясновидение вторая часть. Мажу руку кремом, а хочется добавить элемент сил, здоровья и финансового успеха. Есть люди какие-то рекомендации при простом массаже рук? Что вы спрашиваете? Хоть что-нибудь понятно должно быть. Ну что, последний вопрос и финиш. Итак, топ ответов на топ вопросы. Наталья Викторовна, дякую за відповідь, будь ласка. Доброго вечора, будь ласка, виходите заміж зараз. Нет. Здравствуйте, подскажите, нужна ли мне операция на голове или это все дело в моей соседке? Не дело в соседке, операция на голове тоже не нужна. Ирина Гимбицкая, делаю разные практики, но дом не продается. Что я делаю не так? Когда я смогу продать дом? Заходите в дом, начинайте всем восхищаться. Это так, и это так. Сделайте дешевле или дороже. Боже, как здорово, я сяду на коня, потому что очень сложные ситуации у меня появились сегодня, я понял, что очень мне тревожно и нервно. Ну, супер. Когда будет мир в Украине? Когда будет жарко? Спасибо вам, с таким удовольствием слушаю вас, вопросы отпали само собой. Но вот поститься получается только до обеда, потом очень тяжело и плохо. Можно поститься и до обеда, ничего страшного. Поститься можно просто один раз, отказываясь от чего-то, от обеда или от ужина. Это тоже проходит. Всем желаю счастья. До свидания. Не забудьте подписаться на мой канал в YouTube, а также написать свой комментарий. Псориаз у Доньки Пройда, 21 рик. Мажьте мазью Родопи и принимайте препарат бетулиновая кислота. Уже через 2 месяца будете мне благодарны. Скажете, Андрей Андреевич, низкий поклон, большое спасибо. Вас сейчас 1174, а лайков всего 700. Почему при мне все начинают зевать сильно? Скорее всего, вы давите на окружающий мир. Чем давите? Много астральной энергии. Нервный очень человек. От чего погиб мой брат? Из-за встречи с НЛО и люди помогли? Или несчастный случай? Нет, люди помогли. Это не НЛО. Получится у меня достичь успеха на нынешней работе? Не получится. Вы лучше. Спасибо и вы.
Хочешь, переживай за дочку, как сложится судьба, выйдет замуж. Замуж выйдет. Сидит за компьютером, мама не выходит. Все нормально. Сейчас за компьютером больше шансов выйти замуж, чем где-либо гулять. Еще раз до свидания. Всем добра. Включаю везде.